А у вас дома-то нет Евангелия, Библии? У меня Библия есть. А показать можете? Сейчас покажу. Вот, смотри. Это не Библия, это Евангелие от Иоанна. А что надо? Евангелие от Иоанна – это 1/77 часть Библии. У меня есть вот такая газета еще. Так. Это не христианская, это не православная. Это издают протестанты, скажем так, еретики. Какие? Да, может, им хорошее даже написано быть. Но они не церковь. А кто они? Христос церковь создал. Евангелие от Матфея 16:18. И врата ада не одолеют. А вот Библия написана. А где что тут написано? Подождите. Евангелие от Матфея, да. Ну, издание кто издал-то? Можете там прочитать? На обратной стороне там или где? Последний форзац. Так, подождите, подождите. Слово Божие. Слово Божие. Это не православное. Не православное, но может быть хорошее. Ну вот такая вот. Да. А что это говорит? Если такая, то это свидетели Иеговы издают. Еретики. Самые стопроцентные еретики. А это кто? Это означает, они не церковь. И в Царство Божие никогда не попадут. Они все извращают. А вот эта книжка вот у меня, вот эта вот. Да это не книжка, это брошюрка. Это Евангелие от Иоанна, да. Мы в окрестности только раздали больше 30 тысяч таких Евангелий. Это брошюрка, да, значит? Ну, это отдельное Евангелие. 1/77 часть Библии. А почитать, что полезно? Библию всю читать. Евангелие от Иоанна вам достаточно было бы, если бы вы сидели где-то в заперти. Ну, я не в заперти сижу, извини. Ну, поэтому надо Библию достать. Библию. Там псалтырь есть, молитвы. А где ты, в заперти сидишь, что ли, бай? А? Я вам отвечаю конкретно, вы просто не пролистывайте мимо. А они будущего не знают совершенно, потому что у них толкования святых отцов нету. А так они самые, колобродят каждый куда может. Только в одной... А кто такие святые отцы? В Америке, только в одной Америке, 21 тысяча разных сектантов, 21 тысяча домов, и все друг друга не признают. И в руках держат Библию. А свидетели Иеговы, вот, которые показывали, так они и Библию не признают. А написали себе всемирный перевод, якобы. А на самом деле это выдумка. Батя, вы откуда? Не откуда, а где? Город Барнаул, Алтайский край. Барнаул? Да. Ну, и данном... ну это очень далеко. В данном случае я уже мы строим деревню православную, и я нахожусь здесь. А Крымыш, Крымыш, знаете такую деревню? Там стоит храм православный. Где? Крымыш, Кировская область. Не, не знаю. Да храмов много везде, десятки тысяч. Но десятки тысяч, и он один из них, который устоял, и купола, у которого стоят. Ну, у нас в Барнауле Покровский собор устоял, в Барнауле Покровский собор. Таких храмов-то было не два, не три, а сотни осталось. Ну, даже по самое страшное гонение при Сталине было, и 300 с лишним храмов никогда не закрывались. А вот, отец, скажи секрет, а как стоит вот это вот все вот по сей день? А что стоит? Ну, храмы, церкви старые. Ну, как стоят? По сей день вот как вот стоят? На фундаменте стоят, как? Определенно, они падают.
это там, ну, старая магия, там, сила или энергия какая-нибудь. Да никакая энергия, надо верить во Христа. Христос говорит, от храма камня на камне не останется, не надо за них цепляться. Живи по-божески, тело наше является храмом Божьим. Хотя мы здесь храм построили, в городе у нас есть где молиться. Ну да. Но на храм не надейся. Это главное. Так. У вас есть какие-то вопросы духовные о спасении души? Да нет, отец, блин. Но душу я потом спасать буду. Если что, мы вас найдем. Нет, не найдете. Это обман. Чат-рулетка, это не для того устроено, чтобы встречаться. А главное, оттолкнулись друг от друга, сблудились, чтобы всегда забыть друг друга. Ну да, а вот, батюшка, а вот чего вы в чат-рулетке сидите? Время убиваете? Я не сижу, я работаю больше года. Я уже больше года здесь. У меня только с мусульманами, прошло несколько тысяч встреч. И нашлись люди, которые принимают истину. Это я исполняю повеление Божие. Господь говорит, идите, не сидите по всему миру, то есть по интернету, в этот в ад-рулетку. Ад, это ад-рулетка. И проповедуйте Евангелие, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Мы вот этим занимаемся, православные проповедники. Потому что нездоровые, а больные имеют нужду во враче. Ну да. Ну давай, бать, пойдем дальше. А куда дальше пойдешь, если душа не примиренная? Вот так и будешь пить, пытаться залить гиенский огонь блуда. Не получится. Мужики вот голые. А почему голые? То есть он рекламирует. Я готовый. Любая шлюха, любая шалава, приходи, я заскочу на нее. Понятно. Но я ведь не шалава, не шлюха. Ну, ясно, ладно, если не пьешь-то. Да нет. А последний раз ты когда выпивал? Да сегодня, вот, пью. Видишь, еще и лыко вяжешь. Ну да. Но я не ругаюсь матом. Ну это хорошо. Если вы на наш канал зайдете, вы увидите, какие у нас люди, как работают. У меня родители, они никто почти матом не ругаются. Ну все-таки иногда-то ругаются. Да иногда. Ну если меня послать, когда я пьяный, прихожу домой. Ну а сейчас, а сам-то зачем ругаешься? А, ну да. Это не годится никак. Теперь с этим ты матерком будешь показан по всему интернету. Зачем тебе это? Ну да. Такая хорошая была беседа, и ты все испоганил. Да почему? Да потому, что сатана держит за язык. Делающий грех есть раб греха. Иисус говорит, за каждое праздное слово дадите отчет в день суда. Ну да. Итак, как звать-то вас? А? Ну... Вот ты бы так говорил бы не в чат-рулетке, а в